Застегнем сейчас. Я снимаю, но я переживаю. Ниночка, не волнуйся, все будет хорошо. А как, и камеру держать, и бежать, и все подряд? Да. Не, ну в общем, еще раз брифинг небольшой. Мы с тобой начинаем бежать, когда я тебе скажу, тянуть. Вот в этом направлении. Угу. Когда мы выставим купол над головой, я скажу тебе, ускоряйся. И ты начнешь ускоряться. То есть между тягой и ускорением мы паузу не делаем. Короче, я все время бегу. Да. Настраивай себя на то, что ты все время бежишь. Хорошо. А что может не получиться? Если я вообще тебе скажу остановись, пожалуйста. Ага. Ну, я-то говорю, остановись только при условии, если у нас купол неправильно выйдет. Если купол выйдет хорошо, то остановись, я не говорю. Угу. Ты готова? Да, как бы. Ниночка, да. Солнышко, побежали. Тяни меня. Тяни. Ускоряйся. Как круто! Левую, правую, вверх сделай. Что скажешь? Супер, я вот так сделаю. Ты держишь? А я что делаю? Я уже как бы работу сделал, потом наполнился, потом я лечу. Я лечу. Так мы как птички, ребята. Да! Всем привет, это супер! Только ты хоть успеешь понять, что происходит. Да, подумать, я согласна. Сделать.
Давай! Нет, это скачка даже. Офигеть! Просто поддерживает нас. Я тебе скажу, сейчас почти не чувствую. Но вот, когда летом, вот так, вот когда мы начнем подниматься, то тогда хорошая скачка. В данный момент они твои стоят возле колбы. Где? Я в них колбы. Кто-то по крыльям стоит. Нет, я вообще, я у меня сагитация. Я тебе сейчас покажу. Вот видишь, смотри на камеру сейчас. А, вот они вдвоем стоят там, да? Там два человека стоят, да, на снегу. Он теперь не видит точно. Ты можешь в камеру сказать, я вас вижу. Точно, это они стоят. Они. Я им сказал, что это космос. Шлеван дудит у нас. Ого, да. Так, где они? Я их потеряла. Они меня не услышат сейчас, да?